Впереди новогодние каникулы. Самая горячая пора для сотрудников полиции и скорой помощи. По статистике, в первые январские дни за медицинской помощью обращаются в 2, а то и в 3 раза чаще. Во имя здоровья и безопасности подрастающего поколения сотрудники Химкинского МВД и Химспаса провели профилактическую лекцию для учащихся 7-го лицея. Довели до ребят ответственность уголовную, административную, которая наступает за совершение преступлений и правонарушений. Также пообщались о правилах поведения на льду, о поведении при пожаре и о том, как пользоваться пиротехникой. Хлопушки и бенгальские огни это допускается дома, но ни в коем случае не петарды. В закрытых помещениях вот эти петарды и вся пиротехника запрещена. Беседа получилась живой. Ребята отвечали на вопросы и задавали их сами. По словам сотрудников внутренних дел, такие мероприятия действительно помогают сократить травматичность у детей.